Всем хай, с вами снова я, Одер, и это прохождение с нуля Last Day on Your Survival. На нас напала орда зомби, давайте посмотрим, что произошло. И нам снесли пол здания. Нет, не половину. 75% снесли нам, короче. И давайте я быстренько это все восстановлю. Вот, дорогие друзья, я там просортировал, достроил дом. Ресурсы у меня были, получается, с гуманитарного груза и упавшего самолета, который мы зачищали. А сегодня мы отправимся в одних трусах с рюкзаком на каменную локацию зеленую. Посмотрим, что из этого получится. Вот мы появились, сразу можем узнать код от бункера Альфа. Пока мы ходим по краю карты, собираем вот эти бревна, травку. В основном нам нужны бревна. Можно вообще без рюкзака идти, рюкзак во время зачистки скрафтить. Главное ресурсы насобирать и потом все. Скрафтим и будем атаковать их всех, зомбаков. Мы только два бревна собрали, надо три для создания копья. Так, все, три уже есть, изучить. Создаем копье и идем мочить всех зомби, что у нас есть. Вместо хила используем ягоды.
Так, мы зачистили от твари нашу локацию. Теперь можно открывать сундуки. И в первом сундуке нам падает... металлолом только возьмем и все. Пачка сигарет, там транзистор, провода не нужны. Так, теперь следующая сумка у нас. И изолента, и еда. И еще есть ящик или нет? Ящиков я не нашел, значит теперь будем лутать всю карту сразу. Давайте похаваем, бобы мне не нужны, хотя нет, все-таки выкину я их. Мяско я положу в карман для экономии места, и остальное можно будет в принципе сбросить, чем я и займусь. Отсею сразу то, что с собой брать не буду, остальное я просто скидываю. Золотые часы на первом этапе игры мне не нужны. Вот то, что мне нужно только, и все. Я вот это с собой заберу. Ставим на авто. Нарвались, то есть на нас нарвался ботик, и он нам принес и мяско, и воды попить. Мы как раз пить хотели и восстановить хп. Я думал, сможем мы его уделать или нет, но все-таки смогли, мне даже приятно. Да, и мы, кстати, завершили лутать всю локацию, то что можно было поднять с пола, с земли. Теперь мы хотим еще выжать весь опыт с данной локации, а для этого мы уже убили всех зомби, всех животных, всех ботов, которые попались, шучу, не всех, только одного. От одного мы просто убежали, потому что знали, что мы его не осилим, у нас хила мало было. А теперь мы будем еще и ресурсы собирать природные, это булыжники ломать известняка и добывать себе сосновые бревна.
Итак, дорогие друзья, по игре Last Day on Gear Survival мы, получается, закончили собирать все ресурсы, получили 10 уровень, выжимали из этого все максимальное. Теперь нам с 10 уровня доступно бинты, лук, бейсболка, рубашка, штаны с карманами и кеды. Вот эти вот вещи мы можем теперь собирать. Я быстренько соберу. Так, вот это все мы выкидываем и соберем то, что нам необходимо. Это булыжники, это раз. Мы с самой локации получили 15 железной руды, и при этом с одного бота мы получили 5 руды железной. Это неплохо, я так считаю. Так. Сейчас быстренько пособираем то, что нужно. Все. Теперь можно лишнее выкидывать. Например, вот это вот лишнее для нас будет. Потому что маловато. Два растительных волокна. Маловато. Ну и остальное можно просто уже забрать. И можно даже забрать. Ну, ткани соберу с собой. И все. Теперь уходим домой. Мы, получается, сюда пришли. Без еды, без брони, без оружия. Только с одним рюкзаком и в красных трусах. Уходим с этим. И это очень даже неплохо. Сейчас окажемся дома. Итак, дорогие друзья, вот мы и дома. И получив 10 уровень, мы можем теперь создавать данную броню. То есть мы можем теперь защищать желтые или же оранжевые локации в этой же броне. Так. Давайте быстренько просортируем, выкинем то, что нам не нужно. Сейчас. Мы построим себе там душ. Ну, то, что я планировал себе построить. Так. А нам что понадобится вообще для этого? Так, кожу я скину пока сюда. Мы пить хотим. Давайте одну бутылку, две выпьем. И вот 4 бутылки у нас как раз накопилось. Это очень даже хорошо. Теперь, что нам вообще для крафта понадобится? Сегодня мы построим плотницкий стол, душ, плавильню и водосборник. Так, изучить, душ изучить, плавильню изучить и водосборник изучить. Остальное мы сможем только скрафтить после того, как мы получим переработанные ресурсы из станка деревянного и плавильни. Теперь надо осталось это все скрафтить. Нужны бревна, известняк, ткань есть, куски ткани и веревку. Металлолом нужен еще. Начинаем крафтить. Так, для крафта нам понадобится. То есть не понадобится, давайте крафтить, ё-моё. Путаюсь уже. Плавильня и водосборник. Давайте размещать. Водосборник у нас будет вот тут стоять. Душ стоять будет вот тут. Вот так вот повернем. Вот так. И все. Теперь плотницкий стол у нас стоять будет вот тут. А тут у нас будет стоять печка. Даже можно замутить вот так вот. Мы сейчас вот так вот повернем. Это тоже сюда поставим. И повернем. А печку расположим вот тут. И повернем вот так вот. И мне, в принципе, комфортно, да. И для красоты еще можно, в принципе, столик этот переместить туда. Так. Вот теперь ставим ресурсы на переработку. И это надо будет бревна поставить. Бревна на переработку, все. И также то, что мы взяли с собой мяско, которое мы притащили, надо сюда поставить на зажарку. 10 бревен я сюда поставлю. Все. 4 бутылки нам идеально подходит, больше и не нужно. 2 бутылки это мы восстанавливаем жажду полностью, и 2 бутылки это помыться в душе. Мы будем всегда чисты, и нас зомбакин на новой локации сразу не учует. Остальное мы скидываем уже как нам нужно. То есть даже куда нужно. Семена мы сразу садим на грядку. Так, руду пока толку кидать нету в плавильню, потому что
7 руды, это 3 слитка железных. А это маловато, я бы сказал. Кидать не хочу. Теперь. Все до конца скинули. И, в принципе, на этом уже все. В следующей серии мы пойдем на желтую или же оранжевую локацию. А если досмотрели до этого момента, напишите фразу «железная руда». Я так пойму, что вы досмотрели, и мне будет очень приятно. Ну а с вами был я, Одер. Всем удачи, всем пока. Увидимся в новых видео. Бай-бай!